Привет, с вами Крошик Дэй. И сегодня мы будем распаковывать Cry Babies. И, конечно же, у меня есть помощник Утя по имени Микки. Итак, начнем. И у нас тут фиолетовый шар. Вау, какой красивый лиловый цвет. В наборе была вот такая вот пипеточка. Я в нее набрала водички. И давайте сейчас откроем этот фиолетовый чемоданчик. И надо тут покрутить облачко. Опа, и он открылся. И сзади есть вот такая вот конфетка. Ее надо покрутить вот так. И тут будет меняться. Вот, например, первая нам попалась. Вот такой вот ободок. Зайчик розового цвета. Следующее, что нам попадется. Так. И следующее... это вот такой вот браслетик. Это наручные часы. И тут есть вот такой вот шампунчик розовенький, очень красивого бледного цвета. И тут есть кружочек, и на этом кружочке нарисованы пузырики. И последняя ячейка. И тут у нас красивая сосочка. Такая вот красивого розового цвета. Но это больше малиновый, чем розовый. Тут есть такая тумбочка. Ее надо вот так вот открыть. И тут будет бутылочка. Вот такая вот с фиолетовой крышечкой. А сама часть розовенькая с крылышками. И тут легко наведено сердечко. И этого малыша зовут Хелли. И надо эту бутылочку набрать водичкой, много водички дать ему. И если сюда надавить, то будут слезки. Давайте это проверим. Ой, он плачет, Аринка, смотри, он плачет. Да, почему ты плачешь? Он такой миленький. Он опять плачет. Вот так он плачет. Почему ты плачешь, малыш? Сейчас моя Хелли будет кушать. Давайте наденем на нее слюнявчик. И сейчас возьмем бутылочку и покормим ее. Как ты... О, ты зачем плачешь? Я же тебя кормлю. Почему ты плачешь? Она, наверное, хочет в туалет. Это вот такой вот миленький горшочек с крылышками. Давайте посадим нашего малыша, чтобы он сходил в туалет. И я узнала, что эта чудесная малышка Хелли плачет синими слезками. Она поплакала, я ее покормила, попоила. Теперь я ее буду ложить спать. А если вам понравилось видео, то поставь лайк и подпишись на канал. И всем пока-пока!